Всем привет. Из Рудного уже. Мы идем вам показать парк. В парке фонтан. Сейчас вам заснимем. Мы хотели успеть на открытие, но сегодня не успели. К сожалению. Может быть, в другой раз засниму, как он включается. А сейчас просто покажем его красоту. Такие красивые клумбы здесь. И вдоль тропинок тоже цветы. На всю длину. Фиолетовые, одни фиолетовые. Как красиво. Вот такой фонтан. Народу много. Ну, вернем сейчас вот туда еще по темноте. Хочу заснять, как он в темноте светится. Ну, мы сейчас отойдем в сторону памятника. Сейчас заснимем, а потом сюда вернемся, когда стемнеет. Красота. Ну, потом, как интересно будет заснять, да? Вот идем в ту сторону, это получается в сторону Парковой улицы, со стороны Ленина от фонтана. Вот такая красота. Вот целиком клумбу вам покажу. А то показываю так кусками. А теперь другие цветы. Цвет другой. Вообще прям везде разные, красивые. Пролетим над клумбами. Вот такие тут круглые культурные шары. Композиции. Да. Шары. Зеленые шишки. Ура! Ну и все, пойдем в сторону парка, в сторону памятника. Вот он находится. Сейчас мы туда пойдем. Вот еще какое-то интересное дерево засняли. Семена такие, вот семена, как у клена. Но почему-то красные. И листья другие. Кто знает, пишите в комментариях, что это за дерево такое. Все, переходим по пешеходному переходу. Вот заходим к памятнику. Памятник Великой Отечественной войне. Ой.
Вот сам памятник. Тоже здесь, как и везде в Рудном, много скамеек с урнами. Здесь, наверное, вечный огонь. 9 мая был. Нас не было здесь еще 9 мая. Оксана уже устала. Я чуть-чуть посижу. Вот такой памятник по кругу сейчас обойду. Сосны кончились, начались елки. Красота. Вот здесь тоже вон шаровидные композиции красивые. Ну-ка, Оксана, вставай около елки, я тебя засниму. Красоту с красотой. Так, фото. Все, заснял. Небо на закате с розовым оттенком. Не знаю, видно, не видно. Но красиво. Значит, он сладкий. Леш, значит, он сладкий. Это не просто так. Ну да. Муравьи. Значит, он на цветах. Вот такой кустарник. Не буду я его нюхать. Но он точно на вкусно пахнет. Он везде муравьи. Везде муравьи. Он цветет и привлекает муравьев. Как называется, не знаем. Пишите в комментариях. Это да, этот отцвел уже. Вот он когда отцветает. А вот цветет. А вот собирается цвести. Ух ты, комары. Посидели на лавочке немножко, дождались темноты и идем вам показывать красоту, как оно выглядит в сумерках. Красиво. Да, сами увидите все. Вот такая красота там. И народу много. Он разными цветами переливается. Сейчас поближе засниму.
сердцу. Да, засняли. Сейчас пойдем еще заснимем на площади надписи. Мы их снимали, когда они не светились. А сейчас заснимем, как они выглядят, светятся когда. Увидимся на площади. Выходим через вот такую арку. Да, переходим. Много в Рудном пешеходных переходов. Это хорошо. Переходим на площадь. Даже столбы наряженные. Светится не только макушка, но и сам столб. Тут зимуют, да? Красота. А мы идем к вот этой надписи. Рудный 2022. Там есть ролик, где я племянницу учил на роликах кататься. Она там есть, надпись эта. Ну, теперь идем показать вам, как она светится в темноте. И еще вот надпись Горняков заснимем поближе. Очень много по городу я заметил надписи на тротуарах, на дорожках пешеходных вот такого формата. Ну, не только так, но и смысл такой же. Ты живешь в этом городе, не мусори. Дворец культуры Горняков. Надо обойти это дерево. Ну и все, мы выдвигаемся в сторону дома. Где-то по путям еще что-то засниму. Увидимся в следующем ролике. Пока. Тут плохо видно, но здесь руда, по-моему, кусок руды и памятник. Если кто-то знает, напишите, я еще плохо в этом всем разбираюсь. Стела тут такая. Вот такая мозаика на одном из зданий. Здесь памятник работникам. Обошел с другой стороны, чтобы с освещенной стороны вам показать. Ну, еще если получится у меня днем заснять, время будет, засниму. Тем более здесь готовят к открытию еще один фонтан. Я надеюсь заснять включение или открытие фонтана. Еще ведутся работы. Там вон Оксана стоит. Мы с ней идем домой. Ну, теперь точно все. Пока.